Дорогие чудесные друзья, сейчас мы находимся в Африке, в стране Руанда, с нашим другом Вилли, который учился в библейской школе Москвы в 90-е годы. Это так чудесно быть здесь с ним и видеть работу, которую он делает. Мы сегодня, недавно сейчас проповедовали в одной церкви, где, которую они только что начали. У них еще нет своего здания, но здесь есть пастор, который работает у Вилли, и здесь есть много людей, которые спасаются и ходят на собрания. Они говорят, что здесь у них нет денег, чтобы идти к врачу, когда они болеют. Но пасторы, они ходят по домам и молятся за людей, и они говорят, что Бог исцеляет людей. Это так чудесно видеть, что Бог делает через служение Вилли. У него есть своя организация. Они строят дома для бедных людей. У них есть разные социальные проекты. И тоже у него есть 26 церквей в своей сетке, где он учит и поддерживает, и все время начинает тоже новые церкви в стране. Это так чудесно быть здесь с ним и служить с ним. Спасибо, дорогие друзья из России. Мы очень... Привет из Африки. Мы любим тебя. Мы служим одного Бога. О, спасибо большое, что я был в России и учил Слово Жизни. И сейчас я проповедую Евангелие в Африку. Аминь. Слава Богу. Идите впереди. Проповедуй Евангелие тоже. Идите учиться в Москве. Бог будет вас использовать чудесным образом. И мы ждем вас в Африку. Давай встретимся. Слава Богу. Слава.